Хорошо, если просто прилег, чтобы беды не было. Окей. Ну, прилег, так прилег. Поверим, не будем его. Может, перепил, ладно, хорошо. Прилично вроде выглядит. Но его могут и ограбить так. Это что же? Нельзя тут валяться. Может, он, понимаете, человек лежит с сумкой. Такое себе, да? У нас в Одессе. Посреди. Это очень смешно. Проснется без сумки. Почему он не дал его подойти и разбудить? Ну, хоть теперь сидит за ним, следит. Чтобы его хоть не грабанули. Это такое себе. Так, вот земли. Где-то слышна музыка. Не, ну это не Андрюхин. Сейчас я вам покажу. Видите? Одесса. Стамбульский парк. Так, что ты написал? Saludos desde Mexico. А, привет, Мексика, привет. Мы в Одессе, в Украине. Мы в Одессе, Украина. Украина. А тут еще какие-то музыканты играют. Я их знаю. Не знаю. Ну вот мы нам буквально пройти вот эту арочку, и мы уже на лестничке будем. А, ты что лазит? Такой водопадик. Тут у всех, когда открылся парк, тут у всех фотки были. А мы вот на этих лужайках дальше, там ниже, он большой, мы не будем ходить. Я брала подстилочку, какой-то компотик, какой-то там пикник делали. Без алкоголя, никаких алкоголей. Просто что-то тащило с собой, мы лежали себе. Днем жарко, а тут круто, деревья. Это еще до военного времени. Тут все так на травке валялись. Сейчас все выбрали, отдыхали, общались. Там чуть подальше. Очень крутые были времена. То были крутые времена. Как вовремя? Порвалась страна. Не расстраивайся. Не расстраивайся. Порвалась струна. Вон там уже Андрюхина музыка. Сейчас вы увидите, кто не видел этот сумасшедший концерт на Потемкинской. Оставайтесь. Посмотрите сейчас в прямом эфире. Единственное, что YouTube, блин, блочит трансляцию из-за того, что у него там фоновая музыка может быть иностранная, а потом меня ругает. Ругает меня, на почту шлет, что ай-яй-яй, пишет мне, ноу, Ирина, ноу, трансляцию, там блок, все. Не, мне эти звуки боюсь. Мы на себе взяла. Ой, как круто. Браво, молодец. Молодец. Круто. Ну, все, круто спели. Сыграли и спели. Молодец. Крутяк. Я 2 года знаю, что я.
Это же лестница.